Федеральный судья города Сиэтл, штата Вашингтон, Джеймс Роберт, временно заблокировал действие указа Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, приостановившего действие около 100 тысяч виз, выданных гражданам 7 исламских государств. Сам президент США написал в Твиттере, что решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено. Одной из жертв указа стала 6-месячная иранская девочка Фатима Ришат, которой необходима неотложная операция на сердце в одной из американских клиник. Ее семье после указа Трампа было отказано во въезде в США, но в субботу стало известно, что федеральные власти все же позволили девочке и ее родителям приехать в Соединенные Штаты. Указ Трампа о защите страны от въезда иностранных террористов вызвал бурю протестов в США и по всему миру. После приостановки его действия пограничная служба США разрешила авиакомпаниям вновь пускать на борт самолетов, летящих в Америку, граждан стран из черного списка Трампа.